11, 12, 13 – последние из легко запоминающихся дат тысячелетия. И по уже сложившейся традиции в такие дни наблюдается настоящий свадебный бум. Не стало исключением и Индия. Учитывая любовь индусов к праздникам, устроить свой в такую дату чуть ли не дело чести. Организатор свадеб Кайлаш из Нью-Дели получил на 11 декабря сразу около 50 заказов. Выбрать пришлось всего одну пару. Многие хотели эту дату, потому что это последняя подобная дата тысячелетия. Она последовательная. В прошлом году хотели пожениться 12-го, 12-го, 12-го. В позапрошлом 11-го, 11-го, 11-го. Таких дат уже больше не будет. Поэтому многие просили забронировать именно на это число. Повезло паре Деванка и Випхути. Эту дату одобрил и их семейный священник. Поскольку мы хотели пожениться в особый день, то обратились к нашему священнику, и он подумал, а почему бы не 11-го, 12-го, 13-го? Потому что это единственная запоминающаяся дата. Все будут помнить, что 11-го, 12-го, 13-го у Деванка произошло нечто важное. Мать невесты говорит, рада благословить молодых именно в этот день. День 11, 12, 13 никто никогда не забудет, потому что это последовательные числа. И даже ребенок может их запомнить. Все будут их помнить. Плюс ко всему, по индуистской традиции, декабрь в целом благоприятный месяц, чтобы сочетаться узами брака.